Накануне нового учебного года некоторым школам столицы республики присвоили имена известных людей. Так, Заволжская школа носит имя Майи Костиной, заслуженного мастера спорта по парашютному спорту, пятикратной чемпионки мира. В средней школе номер 6 присвоено имя Василия Ивановича Чапаева. Сегодня на фасаде здания школы торжественно открыли именную доску, на которой обозначено имя легендарного земляка. Учебное заведение расположено на улице имени Чапаева, а также неподалеку от деревни Будайка, где родился знаменитый комдив. Для школьников прошел и первый урок еще до начала учебного года. Живой урок познакомил ребят с участником Первой мировой гражданской войны, комдивом Красной армии, кавалером трех георгиевских крестов и георгиевской ленты. Перелопатили очень много архива, и интернет-ресурсы, и музей. И, наконец, самым приятным и, наверное, самым удачным благословением для нас послужило приезд правнучки Евгении, правнучки Василия Ивановича Чапаева. Это очень удачно сложилось, она приехала и с огромным удовольствием подписала согласие на то, чтобы школа носила имя Василия Ивановича Чапаева. Надо отметить, что практика присвоения школам имен героев Советского Союза России уже много лет принята в Чебоксарах. В городе есть кадетская школа имени Кочетова, школа имени героев России Николая Смирнова, Леонида Константинова и воина-десантника Олега Беспалова.